7 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Гондурас Мирией Агуэро де Кораллес. Отметив, что за короткое время между Азербайджанской республикой и Республикой Гондурас были налажены хорошие партнерские связи, глава государства выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев сообщил, что за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджанской республикой и Республикой Гондурас Мирия Агуэро де Кораллес награждена азербайджанским орденом Дослу и вручил гости орден. Министр Мирия Агуэро де Кораллес передала главе государства приветствие президента Республики Гондурас Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо и его приглашение президенту Ильхаму Алиеву посетить Гондурас с визитом. Она выразила признательность за награждение орденом Дослу, одной из высоких наград Азербайджана. Глава государства поблагодарил за приветствие президента Республики Гондурас Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо и просил передать его приветствие главе государства Гондураса.